из них такой. Мне стало тяжело практиковать, когда темно и холодно. Считаете ли вы, что автономия более благоприятна в теплом климате или это ограничение ума? Но тут, наверное, тут играют многие факторы. То есть ограничение ума, вы же себя почему-то ограничили в этом. То есть вы же почему-то, на вас давит же не холод и не темное время суток. На вас давит что-то другое, что-то вы какую-то ниточку с тем местом, в котором вы сейчас находитесь, вы потеряли. И вам хочется. Но вы должны, во-первых, в любом случае сначала разобраться в себе, потому что куда бы вы ни уехали, вы уедете вместе с собой. Поэтому пока вы с собой не разберетесь, переезжать вам бесполезно. Но, конечно же, более комфортно это в любом случае жить, практиковать, любить, танцевать в тех местах, которые вам по душе, которые вам нравятся, которые красивые, которые теплые. Это безусловно, от этого никуда не деться. Вот. Но в любом случае нужно с собой договариваться, нужно в себе искать, почему именно этот процесс у вас случился, на каком этапе. Вы же раньше практиковали, и сейчас у вас просто перестало. Почему перестало? Где вы потеряли эту ниточку? Где вы этот процесс обнаружили? Нужно возвращаться туда, где потеряли.